Всем привет, друзья! Сегодня в наши руки попала уникальная видеозапись, в которой происходит разговор двух топ-менеджеров Яндекс.Такси. Предлагаю вам ее посмотреть. Ну что, Даниил, поздравляю с назначением. Это компания, которую ты должен продвигать. Спасибо. Высокая должность, чистких тебе успехов и удачной и успешной работы. Скажи мне, пожалуйста, как достичь успеха на этом посту? Как ты этого достиг? Я тоже хочу столько денег и столько зарабатывать. Главный фактор успеха – это понизить тарифы. Сейчас они слишком высокие. Чтобы люди ездили бесплатно. Мы делаем все для людей. Повысить комиссию. Повысить максимально комиссию. До 70? До 70%. И разрабатывать язык тебе нужно, потому что нужно будет шлифовать задницы людей с правительства максимально. Язык крепкий, нормально, будешь хорошо работать. Ну, салфетка есть-то, ёпта. Салфеткой обеззаразил, все. И у меня есть для тебя хороший подарок, это фалоимитатор, но сейчас тебе его не буду дарить, а так еще и фалоимитатор тебе. Разрабатывать, да. Худвердян, а как же таксисты? Они же приносят нам деньги. Что с ними? Данил, какие нахуй таксисты, блядь? Это рабы, блядь. Они должны работать. Им вообще не нужно платить, понимаешь? Ну давай мы скажем, зарплата за еду. Пусть работают за еду. Они должны работать за еду. Думай о своей жопе. Двигай себя. Какие нахуй таксисты, блядь? Это рабы, фактически, блядь. Рабы, просто рабы. Это рабы нашей компании. Пусть работают. Все, Данил, ты понял заветы. Давай работай. Я буду работать на новом посту и буду улучшать сервис Яндекс, как вы понимаете, так как я улучшил сервис Яндекс.Такси. Такси без водителя, первое в Европе, запущено сегодня в подмосковном технопарке Сколково. ИА перестраивается, обгоняет и останавливается, где нужно. И председатель правительства остается доволен поездкой. По оценкам экспертов, использование такого автомобиля снижает аварийность чуть ли не вдвое. Уже выделены немалые деньги. Всего на развитие цифры мы направим в общей сложности 2 триллиона рублей. Его, блядь! В Соединенных Штатах произошло первое смертельное ДТП, виновником которого оказался автопилот электрокара Тесла. Это случилось в мае. Машина, не распознав грузовик, влетела в него на полной скорости. Полиция штата Аризона опубликовала видеозапись воскресного столкновения беспилотного автомобиля Uber с пешеходом. Элейн Херцберг скончалась после того, как ее сбил Volvo SC90, находившийся в режиме автономного управления. Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину-пешехода в американском штате. Пенсия невозможно прожить, цены бешеные. Но с пенсиями это отдельная тема. Неправильно индексацию насчитывают. Правильно. Побежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч, это у них. Пенсиями будем заниматься по стране. Значит, мы не можем делать только в одном месте. Одном месте пенсии. Вы сказали, индексация будет. Где она там прямой индексация? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.